Пам-пам-пам! Всем привет, ребята! Здравствуйте, с вами братуха! Канал! Вот, и хочу вам сказать, что у нас можно забрать одну поставку. Срам! Вот, 500 тысяч серебра, и, кстати, можно еще 1200 минут сократить. То есть просмотреть рекламу. Па-бам, па-бам. И рекламу просматриваешь, и вам дают еще одну бесплатную поставку. Короче, все про это все знают, мне пишут, я пишу, что забываю, и в итоге получается, что решил сейчас напомнить всем, кто забыл. Па-пам! У нас, ребятухи, задания пока еще нет, но какие-то задания выполнились еще вчера. Странно, почему-то 8 боев. А, вчера сыграли, да, забыл забрать на стриме. 101 миллион у нас качается, как вы знаете, кто-то на стриме, он знает, что качается. Качается шторм, улучшается до 10 уровня. То есть у меня один шторм 24 уровня, второй шторм сейчас улучшается до 10. То есть как только там 2-3 шторма появятся таких прокачанных, то я их повешу на лича. И лич у меня, кстати, 9 уровня, тоже хп страдает. 530 платины у нас есть, платина копится, платину девать я боюсь куда-либо, потому что все может понерфиться, все может апнуться, появиться что-то новое. Вот раньше, например, титаны были говно-говном, теперь они еще как-то более-менее сопротивляются. Но для того, чтобы титаны сопротивлялись, им добавили не просто так дамага, им добавили не просто хп, им просто добавили, мне кажется, блин, полностью игнорирование сопротивления. То есть фальконы, личи и все остальное лопаются на ура, только от одних вот этих пулеметов. Я, конечно, не знаю, что происходит на топовом вооружении, там драгуны или цари, там, наверное, личи вообще можно личи выкинуть. То есть разработчики, апнув одно свое детище, эти титаны, практически вытеснили с рынка личей. Кто теперь будет тратить деньги на лича? Но оно же так, ребята, как бы и получается, что очень много голов, слишком плохо. Одна голова хорошо, две лучше, но когда их там 5 голов, 10 голов, там, думаю, вообще бардак происходит. Каждый пытается протянуть одеяло на себя. У нас осталось 8 дней черного рынка, 2500 ключей у меня есть, и я кручу рекламу, но думаю, что, к сожалению, не дойду до супер игры, потому что у меня здесь не половина, а если бы была бы здесь половина, то мне надо было где-то, надо было бы 4000 ключей примерно, потому что вся шкала где-то заполняется за 8500, и получается, что надо было бы 4000, если бы была половина. У меня 2500, и в надежде, что в операциях мне дадут еще 1500, надежда, конечно, мало надежды в том, что в операциях, которые я пройду, там будет 1500 ключей. Но это было бы в том случае, если бы у меня была половина. Но у меня не половина. То есть шансы на суперприз прям вообще никудышные. Но еще 8 дней впереди. Как обычно, мы сделаем стрим на основном канале. Всех приглашаю заранее. К братухе великому ужасному, самому лучшему игроку и самому лучшему блогеру, ютуберу, стримеру, да и вообще самому лучшему мужчине. Гори, гори, пердак. Одно особое. Ну что ж, пилот у нас готов идти в бой. Пилот Овртиги. Что самое интересное, у нас появились пилоты. Раньше были искусственный интеллект. Нет, раньше мы были пилотом этих роботов. Телепортировались наверх. В капсуле, да, даже не телепортировались. В капсуле улетали наверх, потом приземлялись в другом роботе и шли воевать. Сейчас, получается, у нас по хронике событий и был искусственный интеллект. Мы теперь стали командерами всех этих роботов. И теперь эти пилоты, у нас появились пилоты. Они сидят в танке, а мы типа играем за пилота. То есть мы командеры, играем за руками пилотов. И что самое интересное, новичок, который входит в игру, до сих пор еще пилот Пуркин-Пуркин. Да, то есть пилот 35-15-0-15, да, к примеру. Вот, почему не пишут, не вводят теперь новое название командир 0-15-15-15. Ну, странно. Ладно, это, короче, так. Я чисто порешил поэтому. У нас присутствуют тут и там скидки. Присутствует у нас 70 снежинок. Надо всего как бы 30. Заданий еще нет. Заданий на бесплатной снежинке тоже нет. Ну, то есть, которые за рекламу надо крутить. Ну и, разумеется, ребята, мы сейчас идем в бой. Только я включу один бустер. Один бустер включу на скорость. Бустера на скорость нету. А, вот он есть. Получасовой бустер на скорость. Идем в атаку. Идем в режим, ребят. Хорошо, иду. Ой, короче, ребята, I'm sorry. Прибежала Соня, она позвала в ванну. Короче, бой прошел без меня. В общем, та самая ситуация, когда у тебя обрубается интернет или прибегает жена и орет: все пропало, мы тонем! Короче, и что там потекло. В общем, завтра надо мне в ванне полностью сифон, нижний и верхний, менять, короче, надо идти покупать. Они сейчас с Танюшей просто купались, и что-то там, блин, натекло до херища просто. Вот, мы проиграли, но я хотел бы сказать, что клан вот этот ВВВ был очень сильный. Очень сильный, аж набил по 700 тысяч, и ребята по 400 тысяч вот тоже тут набили, по 500, 700. Прям-таки вот я не участвовал, из-за этого мы проиграли, чувствуем. Ну ладненько, давайте, ребята, пойдем в бой, во второй бой этого вечера.
Режим боя превосходства. Нагибать на смерть, на смерть. Сейчас... Сейчас прибежит Соня и опять что-нибудь заорет. Папа, папа! Наши сети притащили мертвеца! Да, типа того, короче. 8 часов вечера, я сегодня запоздал, ну и дал маленько возможности развиться не про игру видеороликом, вот, а видеоролик, который посвящен срачу. Вот, хотя от срача все отказываются, но я почему-то очень даже люблю срачи. Просто как-то не очень, очень не люблю, когда лояльно ко мне относятся, типа, неплохой, нехорош, так, и обидеть не хочу, и подлезать не получается. Вот, так бы как бы не хочется мне так. Мне четкая позиция нужна, плохой, хороший. А то прям легко так устроиться можно. В любом случае, получать кайф. Когда надо хороший, когда не надо плохой. Не, ребят, давайте мы решим, или враги, или друзья уж. Что там, правильно? Как вы думаете? Вот что-то меня прямо сейчас раздолбали конкретно у нас. По всей команде сейчас прошлись личи. И мы проигрываем. Клан ЧВК. А, ну, все понятно. Короче, очень мне повезло. Клан ЧВК играет против нас. Просто тот бой супер прошел. Ну, давайте потянем резину, хотя у него вот пятый маяк забирает. У них, короче, я смотрю, все личи. У них все личи, да, я так понимаю. Но там лич бежит, а этот лич. И все на личах. Выходят и рандом тушат. Прямо на базу. Что ж поделать. Вон, ребята на аресах выходят, там на фантомах. Думаю, сейчас биться будут до конца. Не, не получается до конца. Все, пятый маяк. Отбирают все-таки маяк красноперые. Давайте возьмем ареса. О, блять, сразу включаем свой мега щит. Пытаемся убить кого? Вы думали, лича. Ну, нихуя от этого не получается. Вот, с кого бы ты ни стрелял, у каждого из этих ЧВКшевцев находится режим неубиваемого бога, блять. Вот, это лич. Так что, ребят, тут уже без вариантов. Даже не хочется в бой выходить. Это у нас такой второй бой этого вечера. Вообще круто. Прям прет! Вот это везет, братухи, а? Хотел титана взять на подкормку. Нет, тут смысл сопротивляться, а вот тут эти вот голубые мои товарищи, они просто оттягивают неизбежно и пичкают их, да, пичкают их хп. Они своим телом набивают, набивают им больше дамага. Они набивают больше дамага, вот посмотрите, да, по миллиону, по 900 тысяч набивают, по 700 тысяч, по 600, по 800, по 500. Они от выигрыша получают много серебра, эти ребята страдают, мучаются и получают ни хрена, блядь. Вот, например, я набил 500 тысяч, я проиграл, я на втором месте, и 230 тысяч медалей, и то это благодаря прему. То есть получать пиздюлины без према, то еще, ребят, веселое занятие против целого клана. Я понимаю, что там у нас тоже был взвод, но это тот еще взвод, меня что-то приглашает Минотавр во взвод, я даже не знаю, что за Минотавр во взвод. Ну давайте, а то прямо два боя у нас как-то быстро пролетели, посмотрим, что мне тут предложат, что почем, вообще, что за ребят такие. Долго грузится, короче, игруля. Ну это тупит, конечно же, LD-плеер, вряд ли что на телефоне так тупит. Давайте напишем «Приветос», то же самое, да? Я не знаю, кто пишет, короче, вот у нас тут есть назначено. Это Минотавр меня приглашает из клана ВП, это братство. Короче, клан ВП был когда-то другим кланом, я не помню каким, но он был другим кланом. И там был один идиот, короче. И, в общем, они получили много хейтерства от меня, да? И они переименовались, короче, ушли в другой клан. Но я их все равно помню, я их нашел. Итак, ну кто старое помянет, тому глаз вон. Ох, бля, глаза мои. Давайте посмотрим, что к чему, на чем выходит Минотавр. Я его ангар не глянул, правда. Честно сказать, пока еще не интересно смотреть в ангар, но у него, я смотрю, фантом. Фантом не только фантом, но еще и у него фантом на шторме и двух хала. Сразу понятно, что парень не донатит. Иначе было бы у него карма, да? У нас тут маленькая проблема, там лич, как они будут биться с этим личом, я не знаю. Но вот у меня есть шанс обороняться здесь. То есть моя задача, я думаю, обороняться. Надо застопорить его, пока он никуда не ушел. Я еще прямо за дверь зацепился, ребят. Отлично, здорово. Нормально-ка я подлечился, вот там очень хочется порвать их, прям сбегать помочь. Минотавр бежит вперед, необдуманно. Думает, его сейчас поддержит команда, не хер там. Команда его не поддержит. А я слишком поздно бегу, и вот он лич, короче, убивает нахер там всех подряд. Мы одного чпокнули, сейчас, ребята, чпокнем
Ильича, если, конечно же, получится у нас это сделать. Окей, не Ильича, то чпокнем тогда другого парня. И другого парня тоже не получилось чпокнуть. У нас тут противник. Очень хочется, чтобы Митя прыгнул, но он не прыгает. Прыгнул, но с запозданием. Отлично, спасибо деду за победу, скорее всего, там. Пойдут, наверное, на правый фланг они все. Отлично, чпокаем этого парня. Это пилот Дима страдает. Нормально. Люблю, когда пилотки страдают. Так, у нас там Лич. Думаю, надо спрятаться. Ныряю в базу. Смотрите, Лича бьют, у меня КП-то тает. Тает у братухи весь КП. Парня хотел довести до ластенда, не получается. А, у него, ну понятно, у него супер непробиваемая способность. Ну и сейчас меня сливают, конечно же. В общем, личи рулят, господа, покупайте пока личей. Ну, пока до титанов не дошла речь, нифига себе. Когда я задолбал этого парня. Минотавр идет в атаку, но дохнет прям один против толпы. Сейчас попробуем включить того лича. Пилот Дима у нас. Ага. Будет, наверное, прыгать пилот Дима. Перезарядимся. Это лич, нам ничего не поделать. Против лича, ребят, ничего не поделаешь. Надо захватывать маяк, иначе мы проиграем. Попробуем добежать, у нас же типа гиперскорость. Ага. Гиперскорость. Хрен там у нас, а не скорость. Сейчас захерачат нас, мама не горюй, ребят. Мое сопротивление, оно же рулит. Да, лич. В моем случае лич это говно. Вот-то я вам хочу сказать, в моем случае, да, лич непрокачанное говно. И вот там по правой стороне у нас сейчас пойдут враги захватывать маяк. Там два лича. Из клана чего. В общем, я не знаю, что делать с этими личами. Такие роботы, хорошая скорость, прекрасная. Вот что им делать? Нет, нихуя не сделаешь. Абсолютно ничего не сделаешь. Вот он присосался и все. Титан на съедение отдан. К сожалению, я взял титана. Нихера что-то не пробивается, да? Всё, давайте сливайте уже это говно бесполезное. У нас 4 маяка, всем, короче, насрать похеру абсолютно. Такой бой веселый, вообще просто, блин, один негатив сплошной. Никакого кайфа сейчас от игры я не чувствую. Вот он бежит, ну хоть бы хуй. Присосался и бежит. И скорость еще повышенная при способности. Охуеть, как бороться? Наоборот, у Ареса, вдумайтесь. Скорость при способности убрали, этому, блядь, скорость добавили. Короче, мы просрали. 1,5 миллиона дамага, у нас есть сундук. Контейнер бриллиантовый. Минотавр у нас набивает 1,3 миллиона, но он вообще прям на каком-то последнем месте. У нас есть Лич, Арес, Ауджан и Фантом. Но он почему-то на последнем месте, прям непонятно почему просто. 1,3 миллиона, но это он. Прям у него КПД вообще какое-то странно маленькое. Что он делал, я не знаю. Ну давайте попробуем. Хреново пишет он. Не то слово. Это я большим шрифтом пишу. Ну да ладно. А, ну наверное нажал кнопки не те. Ну что ж, давайте. Честно говоря, я не понимаю, он вообще знает, кто я такой-то. У меня никнейм поменен. Давайте, ребята, возьмем, наверное, Фантома.
Я ничего не могу сделать. У меня нет роботов, которые могут противостоять вот таким вот крутым личам. У меня нет таких роботов. Он уходит в астрал, у него становые дробаши, мой фантом не может противопоставить ничего. А таких личей все больше и больше. То есть получается, что я уже отстаю по одной имбовой единице. У меня есть лич, но, как известно, не обязательно иметь 100 личей, обязательно иметь одного лича, но прокачанного. Вот он, обратите внимание, включает свою способность, ко мне присасывается. И все, вот второй. Да, короче. То еще, ребята, дело. Все, теряю я своего фантома. Но лича успел пиздануть. В общем, прибежали личи. Там даже, не знаю, личи, не личи. Там, можно, пятеро человек прибежало и нас отпиздило просто. Да, лич. Кайфовый робот, ребят, серьезно. Даже Минотавр понимает, что справа нехуй ему делать на своем арате против лича. Он идет налево. Все-таки Пурсуа решается, блядь, проатачить и забрать маяк. Этот лич сейчас будет получать пиздюли от братухи. Но почему-то не очень он получает пиздюлей. Получаю пиздюлей только я. Он бежит, у него становые дробаши, всех разъебывает вообще. От моего лича остаются ножки-дорожки. Да и Минотавра вообще без этого, ластерда. Короче, ребят, это уже какой бой у нас по счету? Пиздец происходит. Просто это... у меня нет слов. В чем кайф игры? Я сейчас вот прямо не понимаю. Вот играю уже какой второй бой по счету, да? Я не понимаю, в чем кайф игры. Это лич, походу, да? Да, это лич, который сосал, и я даже не знал, что он сосет. То есть, в этой игре, помимо того, что есть личи, еще непонятно, блядь, нету значков, понимаете? Сосет он энергию, не сосет, это передает дамаг, нет. Не работает, эта вся система не работает, она глючная. Ну что ж, понимая, что он не сосет, только тогда, когда... Я предлагаю личу сделать нерв, ему убрать скорость, вообще, блядь, как вот черепаху сделать. Вот включаешь ты свою супер неубиваемость, как Арресу должен быть на 50% понижена быть... скорость. Иначе нахрен вообще такой смысл. Его, ну, хуй ты его победишь. Он включил свою способность и все. И пошел всех мочить. Ой-ой-ой-ой, я глазик включил, да? Вот, поздно. Вот, дамаг не проходит, значит лич какой-то. Значит, будем стрелять в другого робота. Ну, как мне говорят, не стреляй тогда в лича, окей. Вот сейчас дамаг прошел. В лича способность. Надо взять его. Это какой-то тоже ЧВКшник. ЧВКшник. Смотрите, у Болгарина, у Левского из клана Болгария. Уже какой по счету лич, ребят. Да. Прокачанные ребята, что ж поделать. Пелинг. А дальше будет, ребята, еще сложнее вам играть. И половина людей с андроида покинут игру. И останутся самые преданные игры с андроида. И те, которые играют на Йосе. Потому что все вот эти вот донатеры, они будут на Йосе. Да-да-да, братан. Это как-то хреново меня прикрыл. Ну, я-то быстро всегда погибаю. У меня ни астрала нет. Ни хера, у меня глазик есть. Там не хочется проигрывать. Все шансы выиграть, а ну не хочется. А, ну я, конечно же, тут стою. Я включил свою суперспособность нехилую, но у меня почему-то она не работает. То есть я присосался, и меня чпокнули нам. Круто. Со своим шилдбрекером я парню снес половину хп. Попробуй так сделать на фантоме. То есть, ребята, реально, блин, все-таки эти пушки тащат. О, смотрите. Ко мне присосался лич и через стену дает мне дамаг. Как это, блядь? Ну как это? Как это может быть? Ну, это же игра в робот. Тут Соником насрать, как это должно быть, ёпта. Зачем об этом задумываться? Просто сделали и все. Через стены дамаг проходит. Телепорт. Эй, это битва экстрасенсов, ребят. Ну, мы проигрываем, мы вот, смотрите, у клана Гофта тоже. Да какой по счету там лич? Нихуя непонятно. Есть включена у него способность или нет? Не работает значок абсолютно. Как будто вот насрать всем, насрать абсолютно.
разрабом, чтобы он, бля, вообще жесть. Блядь, жалко. Я думал, что дамаг не пройдет. Так бы завалил бы его нахер. Через кастрюлю попытался его убить. Ну, в общем-то, дамаг не прошел. Видимо, пинг. Парня жгут, все друг друга жгут. Там флаксы. У меня никакого робота нет. Да, у меня только ауминг. Стрёмный, расчеченный ауминг. Сейчас прошел какое-то количество дамага в ауджана противника. Знаете, и то приятно, что не так быстро мы проиграли, блядь. Ну, мне жалко, что пушка оторвала. Да. Еще очень бесит, когда тебе остается одна пушка и у тебя 9000 хп. У твоего противника всегда останется все, а у тебя ни хрена одна пушка. Да, прыжка не было, да и нахрен. Давайте титана выводить в бой. Ребята, есть шансы победить. Этот противник сдох. У меня хоть настроение подниматься стало. Не, ну серьезно, вот так посмотришь, играешь. Играть без слез невозможно, ребят. Когда ты понимаешь, что опять ангар твой устарел, блять, это просто. Вот недавно только вроде пиздец радовался. Ура! Ангар тащит. Нихера там не тащит. Я бы на месте вот этого титана хоть бы как-то в сторонку попытался уходить. У него стан. Понятно. Смотрите, у титана 100 тысяч хп, уже нет на одного ствола. Да уж, это говно меня еще больше разочаровывает. Поражение, все равно поражение. Это просто жопа, жопошная жопа. 2 300, 2 300, 1 300, 1 700, он опять в жопе. Чё за хрень, чё он постоянно в жопе? Я не понимаю, почему он в жопе, почему 800, 1500, 2 600, 3 700, почему он в жопе, Минотавр, ответь, пожалуйста, в комментариях, ты всегда так? Блядь, ты какой-то несчастливый. Те же самые три игрока у противника. Да. Я знаю, пишет. Я знаю. Ты какой-то несчастливый. Я знаю. Чувак, нафиг ты тогда во взвод приглашаешь, если ты проигрываешь со всеми. Процент побед у него какой? 36% побед! Ёлы-моталы, ты гонишь, что ли? У меня какой? Не, я с такими поиграю, у меня тоже будет. У меня 54 хотя бы. Ой, все, ребят, чур меня, чур. Минотавр, запомните этот никнейм, надо и шарахаться от него. С вами был Братуха, до новых встреч. Подписывайтесь на канал, вот здесь над головой ссылочка. Нажимайте, попадайте на канал стримов. Братухин второй канал, Братухин Лайф. Так что, ждем вас на стримчанских. Пока-пока, ребята.